Москва, столица нашей родины. Сейчас мы находимся в ее центре, на Таганке, где наши специалисты завершили очередной проект. Всем привет, меня зовут Сергей, компания Sauna Group. Сейчас мы находимся в Москве, в частном доме. Перед нами стояла задача построить парную в очень маленьком помещении. Там необходимо было разместить саму парную, зону спа, зону отдыха, санузел и помывочную. Когда мы сюда приехали первый раз, здесь были голые стены. Наши специалисты разработали дизайн, приехали на объект и в течение 10 дней выполнили его под ключ. Предлагаю пойти вовнутрь и посмотреть, что у нас получилось. Итак, дорогие друзья, мы сейчас находимся в подвале жилого дома, где вы можете видеть результат нашей деятельности. Сейчас мы стоим в комнате отдыха, где нашим дизайнером было разработано оригинальное решение в виде двух стен из гималайской соли. Стены выполнены из кирпича толщиной 5 см, за ними установлены светодиодные ленты. Все остальное помещение выполнено из плитки. Пол у нас с подогревом, потолки, соответственно, отштукатурены и покрашены. Также в данной зоне спа была спроектирована система вентиляции для того, чтобы помещение дышало, всегда был свежий воздух и не было влажности. Остановимся подробнее на соляной стене. В данной комнате она выполняет две функции. Первая – это, конечно, декоративная. Вторая – она обогащает воздух данной комнаты полезными ионами. Стена сделана из кирпичей гималайской соли, которые установлены на специальный клей. За стеной у нас установлены светодиодные ленты, которые с помощью пульта могут менять свой цвет и также режим мерцания. Сейчас мы вам это покажем. У нас есть специальный пульт, и мы можем выбирать любой режим мерцания, соответственно, любой цвет и интенсивность. Пульт позволяет выбрать любой цвет под ваше настроение. Также в данном помещении был сделан санузел и душевая. А теперь приглашаю вас в сауну, пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Данная сауна выполнена из вагонки липа. Полки у нас сделаны из дерева абаш, установлена печь Харвия. Вокруг печи у нас сделано специальное ограждение для того, чтобы парильщики не обожглись ногами об горячую печь. Печь у нас установлена электрическая. Управлять температурой можно, не выходя из парной, с помощью пульта. Также установлен специальный датчик, который позволяет более точно регулировать температуру в сауне. Помещение небольшое, и в данной сауне достаточно было одного светильника. Светильник сделан из керамики, абажур сделан из гималайской соли, который сочетается у нас с комнатой отдыха. Хоть сауна у нас и небольшая, но в любой сауне должна быть система вентиляции. Здесь, как вы видите, она установлена на потолке, то есть приток воздуха у нас идет из-под двери, а горячий воздух уходит у нас в вентиляцию. Над печью у нас установлена специальная чаша для эфирных масел, которые будут постепенно испаряться. Вы посмотрели очередной наш проект. Если вам необходимо сделать сауну, баню, хамам, либо полностью зону спа под ключ, обращайтесь к нам, и мы с удовольствием это сделаем. Меня зовут Сергей, наш сайт www.saunagroup.ru. До новых встреч!